Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и наконец-то вылетела новость по поводу того, что начинаются трансляции турниров, за которые все мы можем получать награды, а именно контейнеры болельщиков. Контейнеры болельщика положили все, что угодно, вплоть до премиумных машин. И я считаю, что это прикольно и интересно. Я больше чем уверен, что преобладающее большинство игроков будут смотреть данные трансляции именно для того, чтобы получить конты, из них позабирать все, что можно, ну а по возможности еще машинкой какой-нибудь премиумной поживиться. Вносим быстренько ясность, как забрать контейнеры, что для этого необходимо, когда что будет проходить, как определиться, в котором часу по вашему времени будет начинаться трансляция. Итак, погнали. Первое. Будет три трансляции. 15 марта, 16 марта, 17 марта. Если вы находитесь где-то очень-очень далеко от центральноевропейского времени, то, возможно, у вас эти даты будут сдвигаться, потому что, допустим, 20 часов по центральноевропейскому времени, это не обязательно плюс 2 или плюс 3 часа, это может быть плюс 8 часов, плюс 10 часов. Короче говоря, смысл заключается в том, что это может быть календарная дата другая. Соответственно, ребят, для того, чтобы не ошибиться, заходите в описание под данным видео, переходите по ссылке, которая там будет, на мой видос, посвященный тому, как определить время CET. И, соответственно, под тем видосом, на который вы перейдете, в описании вы найдете ссылку на сайт, на котором вы можете выбрать время CET, к нему дописать город, в котором вы находитесь, и, соответственно, вам покажет таблицу по времени. Как разобраться в этой таблице, опять-таки, в моем видосе, ссылка на которое будет в описании под этим конкретно видео. Как забрать награды? Ребят, первые грабли, на которые многие наступали, это то, что вы ни в коем случае не должны смотреть трансляцию на YouTube-канале кого-то из вот этих вот авторов, которые будут комментировать, допустим, 15 числа первый онлайн-эфир. Вы должны смотреть на официальной странице именно Wargaming, и никак по-другому. Поэтому, ребят, нажимаете на любого из авторов, который вас интересует как комментатор, и вас перебросит на официальную страницу игры, на которой уже, в принципе, показано, что трансляция будет через 26 часов 15 марта, ну, в моем случае, в 20:55. Почему в 20:55? Потому что 20 по центральноевропейскому времени, в моем случае плюс 1 час. И при этом, ребят, обратите внимание, что зайти необходимо на трансляцию хотя бы за 5 минут, для того, чтобы сразу с первой минутки начала отсчета времени для получения первого же контейнера быть уже здесь включенным. Вторые грабли, на которые все наступают, думают, что если запустят вот эту трансляцию и нажмут клавишу «свернуть», то будут делать там что-то, что хотят на своем, допустим, компьютере, если вы не с телефона будете смотреть трансляцию. Ну и, соответственно, типа будет засчитываться. Нет, ребят, как только вы окно сворачиваете, соответственно, у вас сразу перестает считаться время вашего просмотра данной трансляции. И за это время простое, то есть пока ваша программулина будет свернута, вы не получите контейнер, он вам начислен не будет. Что необходимо помнить? Зайдите заблаговременно. Как вы видите, я сейчас зашел, и мне говорят, что самое время войти в свой аккаунт. Вы нажимаете кнопку «Войти». Я данную манипуляцию сейчас делать, ну, скажем так, продолжительно не буду. Вы выбираете регион, на котором вы играете, а в моем случае это Европа. И дальше вы попадаете, ребят, на страничку входа в аккаунт. Вы себя прописываете сюда, прописываете свой электронный адрес, к которому подвязан ваш аккаунт в игре. То есть, по сути, та электронка, которую вы вписываете, когда заходите в игру. И, соответственно, свой пароль от игры. Точно так же, как вы просто всегда заходите в игру с телефона. Ну и, соответственно, нажимаете кнопку «Войти». Можете нажать клавишу «Запомнить», для того, чтобы ваша программулинка запомнила ваш выбор по никнейму и, соответственно, паролю, и в следующий раз вы могли просто автоматом сюда попасть. Таким образом, ребят, просмотрев один вот такой вот прямой эфир, вы получите 8 контейнеров. Суммарно, ребят, будет 3 эфира. Как написано в описании под новостью, 3 эфира, которые состоятся, как я уже говорил, 15, 16 и 17 марта. Разница заключается в том, что за первые 2 эфира, а именно 15 марта, 16 марта, вы получаете по 8 контейнеров за каждый. Это уже 16 штук. И плюс еще 6 контейнеров
контейнеров за 17 число. Таким образом, получается, вы сможете забрать 22 контейнера. Как я уже сказал, контейнеры халявные, вам просто достаточно будет их открыть. Я лично планирую смотреть трансляции. Напишите свой комментарий по поводу того, будете ли вы этим заниматься, и открою вам маленький-маленький секрет и лайфхак. Как параллельно с тем, чтобы шла трансляция, можно было, допустим, серфить в интернете. Для этого вам достаточно сделать следующую манипуляцию. Вы можете свою ссылочку эту вытянуть в виде отдельного диалогового окна. Я не знаю, сейчас захватит программа или не захватит. Вот так вот это происходит. Не захватила, она спряталась. Но смысл в том, что я забрал ее отсюда, ну и, соответственно, она превратилась в отдельное диалоговое окно, которое я могу вполне спокойно свернуть, не то чтобы свернуть, а сделать меньше по размерам, уменьшить его, ну и, соответственно, выдвинуть его куда-нибудь, в какую-нибудь сторону, да, там, которая мешать не будет. И параллельно открыть второе диалоговое окно, и в таком случае я могу и в интернете серфить, и трансляцию параллельно с этим смотреть. Это маленький лайфхак, который я хотел с вами поделиться. Ну а если вам нравятся мои видео, если вам понравилось данное видео, было вам полезным, обязательно, ребят, подписывайтесь на канал. Без ваших подписок каналу не существовать, а я очень хочу развить его до необычайных размеров, и чтобы когда-нибудь вот здесь вот появилась еще короткая надпись «Вот GSN». Спасибо вам большое за просмотр, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!